Здравствуйте, Алексей. Это видео про ваш переходник с одуванчиком М42 Nikon. Вот смотрите, переходничок, одуванчик и крышка. Сначала я вам покажу, как правильно вставлять переходник с одуванчиком, чтобы не сломать одуванчик. Совмещаем средний контакт одуванчика и красную точку на переходнике с белой точкой на камере. Очень аккуратно, немножечко вдавливаем против часовой стрелки, поворачиваем до защелкивания. Старайтесь не перекручивать переходник и объектив с переходником с одуванчиком в камере. В этом виде переходников нет стопорного винта, поэтому только до защелкивания. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм и диафрагмы от 2 до 16. Очень аккуратно обращайтесь с одуванчиком, и он прослужит очень долго. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю. Спасибо за внимание.